гости вручают Юлиана Караулова и Лев Лещенко. Я скажу, что у нас с Львом Валерьяновичем в руках самый главный приз, мне кажется, самый желанный для всех конкурсантов, это приз зрительских симпатий. Это то, что действительно очень сложно заслужить. И тут дело не в технике, тут дело в энергетике, в природном обаянии и в том, что невозможно наработать то, что дано только от природы. И я с огромным удовольствием, мы с огромным удовольствием вручаем этот приз победительнице проекта «Ты супер» Диане Анкудиновой. Сказать огромное спасибо Артеку за такой теплый прием. И, конечно же, всем моим знакомым, тем, кто за меня болел. И, конечно же, вам, моим зрителям, моей маме, моей семье и всем-всем-всем, кто принимал участие в моем развитии.